да, сегодня у нас на повестке дня мотоцикл Honda CBR 954 RR Fireblade, известный в народе как Бритва. Это последний мотоцикл из поколения Бритв. В привычную питерскую погоду мы снимаем этот обзор, все ради вас. Но прежде чем мы начнем снимать на него обзор, советую вам посмотреть маленькое видео по поводу наших друзей, о их сервисе, называемый Motokip. Парни реально хорошо работают, у них есть практически все оборудование, чтобы устранить любые неполадки двигателей, расходников и так далее. Посмотрите маленькое видео, а после этого мы продолжим наш обзор. Reflection on the moon roof. The bitch pussy loose goose, fly like parachute. Hit the booth and now a nigga shining like space boots. Y'all niggas subpar, brown like the space bar. Hit me go forward, flow tight like a K-star. Y'all whack like a nigga with a fucking rape charge. Never leave a cell cause he gon' get. Так, ребят, само название мотоцикла говорит то, что в нем 954 кубических сантиметра, 154 лошадиные силы. Потенциал двигателя используется на полную катушку. Так что можно рассказать про его дизайн. Дизайн по сравнению с его предшественниками смотрится намного элегантнее. Уже как смотрится современный мотоцикл, он как бы уже, длиннее и как худой стал. Смотрится как настоящий спортбайк. Так, что можно рассказать про хвост? Двойной стоп-сигнал, очень красиво горит розовым цветом. Задний баллон у нас 190, передний 120. Задний баллон позволяет держать дорогу очень хорошо. Так, из примочек тут установлены армированные шланги тормозов. Но что самое интересное, они не помогают, точнее не улучшают торможение, но они улучшают его эффективность торможения. Так, тут стоит выхлоп типа Йошимура. Для каких-то особых подкатов стоят какие-то шпинтики такие с двух сторон, соответственно. Что касается стоковых поворотников, тут установлены диодные поворотники, потому что в стоке поворотники они просто совершенно не светят. Так, обратите на этот пластик. Давайте посмотрим на его перед. За счет того, что этот мотоцикл считается спортбайком, он развивает большие скорости. Смотрите, есть такие воздухоотводы, которые позволяют ему... разрезать ветер. Огромный радиатор, заметьте, просто огромный. Только тут есть у владельца один фейл, он поймал птицу. И вон, видите, куска радиатора у нас нету. Радиатор действительно очень огромный. И также сразу обратите внимание на тормозные диски. Они просто... Продолжим дальше. Они просто огроменные. Чуть ли не весь радиус колеса. Тормозная система Nissin спереди и сзади. Два тормозных диска спереди. Так, что можно посмотреть на перед? У нас ближний свет – это одна центральная фара, два светодиода, которые из них один не горит. Почему-то. Да, почему-то не горит. Дальний свет – это у нас два таких пучка. Если поставить ксенон, я думаю, что водители, которые будут тебя подрезать или что-то, когда ты врубишь им дальний свет или поморгаешь, им придется идти к доктору. Так. Пойдемте на органы управления вам покажу. Как бы панель очень читаемая. Сейчас. Панель довольно читаемая. Из редких примочек тут может показывать панель расход топлива на 100 километров. Сколько тут у нас? 13 тысяч оборотов максималка. По паспорту заявляют то, что скорость мотоцикла максимальная может быть 300 км в час, но исходя из его эксплуатации, максимальная скорость водитель, который весил 40 кг, это для этого мотоцикла ничего не весит,
он ее разгонял до 290 км в час. Но органы управления на руле обычные, как на любых спортах. И с редкости тут, короче, есть дальний свет, то, что он включается не тамблером, а вот такой штучкой, тумблером, тамблером, блядь. Вот как бы. Так же, посмотрите. Так, ребята, обязательно надо устанавливать демпферы. Если на этом мотоцикле вы будете стантить и потом упустите руль, у вас руль будет дребезжать ужасно, обязательно устанавливайте демпфер. Не пожалейте там 300 баксов на этот демпфер и установите его. Так, еще обязательно надо поменять будет стоковое стекло, потому что тут большие скорости, вас просто будет уносить. Это у нас ветровое стекло Double Bubble. Также у нас установлены так, рычаг сцепления переднего тормоза. Смотрите, одним пальцем просто могу нажимать, даже мизинцем. Очень хорошие, мне очень нравятся. Они также складные, если типа мотоцикл заваливается, по ништяку все будет, ручки не обломаются, а просто ложатся. Также ручки и грузики руля тоже под цвет мотоцикла. Так, что я могу сказать по поводу его защиты? Ребят, вот это полный кал. Потому что если ты мотоцикл завалишь на эту сторону, если ты его даже облокотишь, вот эта крышка ничего не спасет. Видите, она затертая, потому что ее, наверное, уже пару раз прикладывали. Как бы надо устанавливать только клетку и только ее. Так, и еще забыл. Что касается ключей. Тут очень часто вылетает, короче, вот этот замок. Например, раз 1000 км по российским дорогам с дождями, со всякой фигней, придется менять личинку замка. Видите, ее очень трудно найти. Оригинально не нашли, видите, ключ кондовский оригинальный от заднего замка, а тут какой-то AliExpress. Ну, как бы, фокусы свои тут есть. Большой тормозной бачок. У этого замка плюс есть, поверни. Вытаскивай ключ. А, да, точно. Да, как бы, смотрите, ребят, мы можем завести мотоцикл или не можем завести, если можем, вот так можем. Ключик, да, вот так поднесем. Смотрите. Как бы ключ у нас в руках, а мотоцикл работает. Фокусы. Так. И также проблема у нас с задней личинкой. Что касается, смотрите, выхлоп. Выхлоп дает реальный плюс. Смотрите, например, на 600-ке, ну или вот на этой же модели, если у тебя стоит стоковый выхлоп, ты будешь просто спокойно ехать на низах, у тебя будет обычная скорость. Нет, она, конечно, будет динамичная, но если ты поставишь выхлоп, она у тебя будет просто бешеная, реально схватывает очень сильно. Так, что тут можно сказать еще про двигатель? Точнее, давайте сначала скажу по органам управления и по всяким составляющим частям. Мотоцикл отличный, посадка на нем действительно удобная. Есть багажный отсек, в который реально можно поместить дофига всего. Посмотрите, тут есть подшлемник, тут есть перчатки, тут есть губка, допустим. Смотрите, какая огромная цепь. И это реально все помещается в один багажник. Какие-то тряпочки, замки, сетки. Короче, реально большой багажник. По сравнению с моей 600-кой, это просто какой-то табур. Так. И закрывается как бы тоже хорошо. Так, что могу сказать про двигатель? Это, наверное, его единственный, но огромный минус. Двигателю... Секунду. Так, господа, как вы можете наблюдать, наша погода испортилась, но мы все равно продолжаем снимать для вас обзор. Так, что тут хочу сказать. Тут передняя вилка, так называемая в народе перевертыш, вилка перевернутого типа. Мотоцикл по подвеске действительно очень мягкий, прям очень мягкий. Так, бак. Бак рассчитан на 21 литр. Если ездить в спокойном режиме, это будет 5 литров. На 100 километров, если, как ездит владелец, реально жиганить, за сотку уйдет весь бак, точнее, это будет 21 литр. Вы представляете, какой это огромный расход? Также, это дождь, это ужас. В общем-то, обычный спортбайк, 4 котла. Так, еще есть проблемы двигателя, ребят. Смотрите, у нас крышка самого двигателя, верхняя башка, у нее есть проблема, то, что по ней идут трещины.
всякие там задиры, да. Что касается расходников, расходники на эту Хонду действительно дорогие, запчасти тоже очень дорогие. Да, такие же, кстати, как на моей Хонде. Если кто не помнит, напомню, у меня Honda CBR 600 F4i 2003 года. Да, кстати, этот мотоцикл тоже 2003 года. Если его поставить рядом с R1 или какой-нибудь Джикстером этих годов, даже, как утверждает владелец, что он катался на скорость с R1 до 2009 года, она была, наверное, года 2007-2008, да, и Сибирка ничем не уступала, даже в каких-то моментах была впервые. Конечно, это еще все зависит от стиля езды, но она может. Как бы аппарат отличный, с сидушкой я не знаю, что на нее все гонят, на ней реально комфортно сидеть. Не знаю, что насчет жопы, на жопе не ездил, а вот если ездить первым номером, то действительно сиденье отличное. Так, в общем-то, что, если подытожить, мотоцикл мне этот лично нравится, но единственное, вот меня смущает, это огромный минус двигателя. Но, как утверждают любители именно вот этой модели, Бритв, это, кстати, последняя версия из всего этого поколения, что они готовы, короче, вкладывать деньги в этот двигатель, чтобы ездить именно на этом мотоцикле. И, кстати, эта последняя версия отличается формой бака. Видите, он такой стал более элегантный. И пластик больше всяких вырезов, ну, точнее, ветроотводов. Действительно, он стал такой круглый, короче, классической формы, красивый. Мне нравится. Так, ну, в общем-то, все. Что еще можешь сказать? Да, мотоцикл хороший. Если вы готовы и у вас есть деньги ухаживать за ним, то приобретайте, никогда не пожалеете. Также проходите по ссылкам в описании, там будет ссылка сервиса Motokip. Если вы приедете туда, скажете, что будете от меня, вам будет 10% скидка. Ребят, действительно рекомендую, потому что сам там чинюсь, и это действительно хороший сервис. Скоро, наверное, будем капиталить двигатель, но еще не решили, в этом же сервисе. Если кто-то хочет увидеться или просто позвать покататься, можно и там встретиться как раз. Там есть автомойка, как бы можно и мотоцикл помыть. Все хорошо. Ладно, ребята, спасибо огромное за просмотр. Не забываем ставить лайки. Такие пальчики вниз, которые находятся внизу под видео. Комментируйте. Комментарии приму любые, потому что обзор, как видите, у нас на данный момент не в очень хорошей погоде. Так что будьте более-менее лояльны ко мне. Ну и подписывайтесь, конечно же, на канал. Ждем нового видео. Всем спасибо. Пока.